конец! Без страха и упрека! Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь взять D6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У Ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Артём! Ну что же ты, Артём? Решай, уйти, помочь. Решай, здесь нельзя долго. Артём! Не бросай меня так! Лучше убей! Артём! Артём! Нам пора идти! Скорее! Скорее! Не простил его? Понимаю. Он причинил слишком много зла. Я запомню. Теперь бы только успеть. В полис, на мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самая последняя. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута. Тут что-то странное. Погоди. Я должен увидеть.
осторожно. Защитно.
Артём, скорей сюда! Слава богу. А что это с тобой? Неужели? А это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Нет, не стреляйте, полковник. Тогда держите его подальше, а то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артём, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. О, я понимаю его. Вижу его мысли и слышу твои, Артём. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили давно. Так вот почему ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я? Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои! Мои! Они там! Они спят! Да это же... Это же... Смотри! Они в спячке! Он не один! Я должен их разбудить! Им пора жить! Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом, вокруг. Но я должен, иначе останусь один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю, что надо. Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, муки сонные. Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной! Он не единственный. Не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс.